Ожидается, что на международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» приедут более 4000 человек. Готов ли чебоксарский общепит к приему гостей? Глава Чувашии решил выяснить лично. В рейд по столичным кафе отправилась и наша съемочная группа. Дизайн помещений, цветы на окнах, столовое белье, улыбка официанта – все это может усилить аппетит, а может его и отбить. Чтобы гости форума остались довольны, необходимо обеспечить им обслуживание высокого уровня. Собственно, стараться надо всегда и для всех посетителей, независимо от их общественного и географического статуса. Но к иностранцам внимание особое. Понятно, что, приезжая в национальную республику, любой человек захочет попробовать этническую кухню. Надо предоставить ему такую возможность, а заодно и информацию, где, как и из чего все приготовлено, заметил глава Чувашии. Несколько кафе, в которых побывала проверка, предметную подготовку уже начали. Во всяком случае, блюда национальной кухни в меню будут. Блюд, значит, будет у нас салатов более 30, вторых блюд более 30, первых блюд 4 блюда конкретных, будут кисели, морсы, чай, кофе традиционно, будут блины русские, блинчики с медом, с вареньем, с сгущенкой. Это традиционные русские чувашские блюда. Для организации больших приемов специально набрали помощников. Сейчас волонтеров обучают этикету, некоторым профессиональным премудростям и хорошим манерам. Мы обучаемся тут сервировке стола, как ставить салфетки, как должны ставить столы, стулья, с какой стороны подходить к посетителям, как разговаривать, как себя вести, как все держаться. Вот этому всему нас обучают. Очень хорошо. У нас проходят пары, мы всему этому обучаемся каждый день, почти можно сказать. Глава республики напомнил, одно из конкурентных преимуществ наших товаропроизводителей – использование экологически чистых продуктов и натурального сырья. И они такой возможностью не пренебрегают. Представлено очень много в широком ассортименте своей сельскохозяйственной продукции, продуктов переработки. Она экологически чистая, подходит к здоровому питанию. Это я ответственно могу говорить. И ряд других магазинов шаговой доступности. Наши хлебзаводы магазины свои имеют, наши производители имеют. Это здорово. Глава республики высказала ряд замечаний, которые необходимо устранить как можно быстрее. Однако в целом заметно, что чебоксарский общепит действительно готовится к спортивному празднику. Елена Гальперина, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков. Республика.